Здравствуйте, дорогие друзья. Еще хочу рассказать такой момент, за что я люблю Сочи. Сейчас у нас уже ближе к обеду. Сегодня такой день немножко пасмурный, июль месяц. Мне очень нравится слушать прекрасные звуки птичек, цикад. Послушайте, какая прелесть. Это кусты мимозы, которые цветут очень долго и часто. Но сейчас они не цветут, я вам уже позже более покажу и расскажу про мимозы. Но это вообще волшебство. Многие даже не знают, мне пишут отзывы. Мы думали, что мимоза – это одна веточка. Это огромное дерево, друзья, огромное. Вот возле дома вот такая вот сказка. Есть мандарины, тоже поснимаю вам. Вот такие вот мимозы чудные просто. Послушайте, да. То есть это целая такая медитация. Не надо никаких ставить даже звуковых эффектов. Это вот за что я люблю Сочи. Это за такие природные, естественные звуки. Это просто класс. Немножко помолчу, послушайте тоже. Это успокаивает нервы, позитив настраивает. Напишите свое мнение, что вы думаете о таких естественных звуках природы. Вам нравится или вас это раздражает? Хотели бы вы жить в таком волшебном месте, или вы предпочитаете более какие-то звуки, такие другие?